подкачать руки, ноги, провести небольшую разминку. В Химках показали, как правильно заниматься на уличных тренажерах. Провел мастер-класс профессиональный спортсмен, обладатель золотого знака ГТО Андрей Пиварчук. Всем ежедневно ходить на тренажерные площадки, которые есть у нас в городском округе Химки, в каждом дворе. И мы сегодня рассмотрим примеры, как правильно выполнять упражнения на тренажер. От слов к делу и начинает профи с разминки. Пиварчук напоминает, во время тренировки очень важно дышать правильно. Вдох носом, выдох ртом. А дальше дело техники. И самое главное, не переусердствовать, особенно на первой тренировке. Стоит отметить, что с наступлением лета по инициативе администрации мастер-классы проводят практически ежедневно. Дату и тему ближайшей встречи можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости» или же на специальном сайте.